Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и я с быстреньким обзором Скорпиона G, и обязательно выкатим его из ангара. Скорпион G сейчас стоит на аукционе по конскому ценнику в 11 тысяч золота, который я абсолютно не понимаю. Буквально недавно в комплекте вместе с Су-130ПМ эти две машинки можно было с разными там насыпанными плюшками приобрести за 17,5 тысяч золота. Сам Скорпион G можно было приобрести голый лысый, как я говорю, вот просто машину и место в ангаре за 10 косарей. Поэтому чем руководствовались ребята, которые вешали на него ценник в 11 тысяч на новогодний аукцион, я, честно говоря, не понимаю. Особенно я не понимаю тех ребят, которые умудрились сейчас за 11 тысяч даже приобрести эту машину на аукционе. Вот я очень сильно был удивлен тому, что количество машин начало уменьшаться. Ну, ладно. Купили, да и купили. Наверное, у кого-то свободная голда есть, и за таких ребят я рад. Что же можно сказать про Скорпиона G? Это один из немногих танчиков в игре, ну, если быть точным, ПТ-шка, которую я действительно хотел бы показать через призму специального ресурса, который показывает уровень бронированности техники. Так вот, вот так вот выглядит броня данной машины, если эту броню можно так назвать. Итак, смотрим. Верхний бронелист с учетом приведенки 49 мм, без приведенки 30. Вот здесь вот у нас 30. В нижнем бронелисте 60 с учетом приведенки. Вот здесь вот офигенные 22, 17. Короче говоря, вот так вот танцует, видите, 14. Ну, по-моему, вот максималка 34. Поворачиваем машину. С борта мы видим 16 миллиметров, которые и 14 в рубке, которые просто такие поражают своим уровнем бронированности. Корма у нас 23 миллиметра с учетом приведенки, ребята. И что касается рубки, да, она сзади у нас, ребят, открытая, поэтому просто 0 миллиметров брони. Вот 0. Великолепно. Короче говоря, рассказываю к чему. Картон просто-таки ужасный. И поверьте мне, как только вы будете на вот этом вот картоне появляться в бою, ну, даже если вы попадаете в прицелы своих противников вместе со своими ребятами из команды, то поверьте, выберут именно вас. По одной простой причине, потому что в вас будет влетать полностью все, в вас будут всасываться все фугасы. И, короче говоря, ребят, вы просто не переживете свое время перезарядки, которое заявленное очень приятное, но играется очень тяжело. 9,8 с учетом установленного оборудования и амуниции. Это дает нам ДПМ в 2814. Но реализуем этот ДПМ в крайне редких случаях только лишь тогда, когда вы работаете на дальних расстояниях и время сведения разброс на 100 метров работают в вашу пользу. Эти цифры, заявленные, тоже не совсем так отыгрываются, как хотелось бы. Это заценим непосредственно в бою. Говорю о чем. Реализовать ДПМ в 2800 просто в каждом, скажем так, стандартном бою, в который вы будете забегать, нет, абсолютно нет. Это вот только редкие случаи, когда вы можете стоять на дальнем расстоянии и по засвету ваших союзников отбрасывать по соперникам. Сами себе подсветили, до свидания. Можете сразу собирать шмотки и начинать двигаться потихоньку, подтирая сопли в ангар, потому что вас разберутся с вашими 1150, ну просто таки на ура. Да, окей, там можно типа увеличить дождь вот так вот, но ладно, увеличу, но это не сильно, честно говоря, на что-то влияет. Возвращаемся к орудию, случайно выпрыгнул, простите. Что касается самой стрельбы по товарищам, красного цвета 460 альфы можете набрасывать. Вроде бы приятно, вроде бы классно, но напомню еще раз, с вашим уровнем бронированности, а точнее с уровнем отсутствия брони, вы долго не проживете, соответственно, не рассчитывайте на то, что вы сможете прям часто отбрасывать по 460 единиц альфички с пробитием в 246 базовым снарядом. Да, с пробитием, в принципе, проблем как таковых нет. Точность орудия плюс-минус отыгрывает на вашей стороне. Соответственно, ну, проблем, как правило, не бывает с тем, чтобы кого-то выцелить, хотя такое тоже случается. Ужасный ужас еще происходит с углом склонения вниз. Минус 6, который даже если вы отворачиваете свою рубку в сторону, не особо увеличивается. Поэтому минус 6, это вот прям, не знаю, тоска ужасная. Почему? Потому что, допустим, находясь где-то на холмах, на неровностях, склонить орудие вниз у вас просто не получается. И со всей своей картонностью вы, ну и высотой, да, машины, вы обязаны просто-таки вылезть на пригорок и, соответственно, от него уже пытаться как-то отыгрывать, склоняясь вниз, но оголяя полностью всю свою картонность, бумажность, не знаю, как это назвать, воздушность. Наверное, так будет правильно называть уровень бронированности данной машины. Короче говоря, ребята, отыгрывается Скорпион G очень сложно. Эта машина однозначно не подойдет прям всем игрокам.
Я могу сказать за себя. Вот, допустим, в выборе между Су-130ПМ и Скорпионом G однозначно Су-130ПМ. Да, там тоже брони нет, но почему-то машина отыгрывается, ну, как-то легче, знаете, вот спокойнее. Я очень сильно не люблю технику, на которой приходится прям вот скрипя зубами потеть, а уж тем более терпеть не могу моменты игровые, когда тебе необходимо постоянно думать не о том, как бы мне сейчас в кого-нибудь хорошенько зарядить фугасом, допустим, да, там, или хорошенько пробить броню на 600 единиц бронебойным, а думать по поводу того, как же, блин, мне выжить, как мне не попасть в прицел. Вот сейчас я засветился, и у меня сразу начинают трястись поджилки. Ну, не знаю, насколько это приятный геймплей, может, каждому свое, не спорю. Вот по углам склонения вниз, вот только когда вы вот так поворачиваетесь, еще хоть как-то можно пытаться отыгрывать. Если же вы едете с рубкой вывернутой прямо, то, в принципе, приятного будет крайне мало от игры на вот таких вот неровностях. Сейчас пытаюсь найти себе место, но с учетом того, что постоянный страх преследует, найти место себе на карте порой становится очень сложно. Я пытаюсь держаться подальше от ребят, уходить от засветов, пытаться играть на данной машине именно на дальних расстояниях, выцеливая по засветам своих союзников. Но, блин, не всегда получается, и уж тем более не на вот таких вот неровных картах. Не знаю, ребят, оптимальный ценник для данной машины уж точно не 10 тысяч. Я бы даже сказал, что не 9, ну вот в лучшем случае 1008, это если прям вот совсем. Ну, по точности, да, вопросов нет. Точность, наверное, одна из, ну, не знаю, один из, наверное, самых больших плюсов по данной машине. Точность и время сведения. Остальное же оставляет желать лучшего. Так, ну что, я очень хорошо сейвился. Я фуловый, но в целом я не думаю, что меня это спасет и мне это поможет. Так, поехали дальше. Вроде бы двоих добрали. Возможно, такой геймплей кому-то и понравится. Ездить, добирать стволы для того, чтобы таким образом приближать победу. Но вот, честно говоря, не по мне такого плана игра. Мне больше все-таки нравится ехать, бодаться, танковать, получать какое-то удовольствие. Ну или, в конце концов, четко, нормально стоять ПТшить. На данном аппарате ПТшить можно. Четенько, красиво, на дальних расстояниях. Вопрос только заключается в том, что не каждая карта вам однозначно подходит. Я сейчас очень сильно подставляюсь, потому что товарищ-то тоже меня выцеливает. Но вот так вот, видите, как получается. Можно было бы, но, к сожалению, не вышло. И вот прилетело. Вот и вся игра на Скорпионе G. Достаточно было получить буквально там несколько плюх, и я в ангаре. Вот так вот получается. Сейчас зайдем обязательно в следующую катку, посмотрим, будет ли какая-то разница по сравнению с этой. Но, ребят, это правда, правда такая, какая она есть. Может, кто-то в комментариях и напишет по поводу того, что нет, Скорпион G классно отыгрывается, имбовая машина. Ребят, делитесь своим мнением в комментариях однозначно, потому что ваше мнение поможет принять взвешенное и правильное решение тем ребятам, которые ценят свою голду и думают очень долго над тем, приобретать или не приобретать, боясь сделать ошибку. Если вы за честность обзоров, подписывайтесь на мой канал. Я всегда показываю технику такой, какая она есть на самом деле, руками среднестатистического танкиста. Я не скилловый игрок, у меня нет 70% побед. Я играю в свое удовольствие, в свободное от работы время. Ну, может быть, скорее всего, наверное, даже, как и вы, в свободное от работы, либо от учебы. Поэтому, если вы хотите знать, как машина будет играться вашими руками, я думаю, что мой канал как нельзя лучше подходит вам. Для того, чтобы вы смогли оценить, сможете ли вы получать удовольствие от танка, если купите его себе, играя с процентом побед в районе 50-55%. Я вам буду безумно благодарен за подписку на канал. Это действительно кислород, которого не хватает каналу для развития. Ну и еще буду безумно благодарен за финансовую поддержку моего канала, которую вы можете провести через ссылочку донатную, которая есть в описании к данному видео. Ну, либо отправляйте подарочки, танчики на обзор через игровой магазин. Буду вам безумно благодарен. Ну и, соответственно, как обычно, сниму исключительно честное видео. Ну а пока досматриваем бой и запрыгиваем в следующую катку. We'll be right back.
Итак, друзья мои, бой закончился. Мы в бою, можно сказать, по урону практически ничего не сделали, но мы добрали 3 ствола у соперников. Я думаю, что это существенный вклад в победу. Однозначно стоит отметить товарища на Химере, потому что парень или девчонка, кто там был за рулем, не знаю, отыграл просто бомбически. Не могу не поставить ему лайк. Но, соответственно, запрыгиваем в следующую каточку, попытаемся, возможно, если с картой повезет, занять какую-нибудь ПТ-позицию и реализовать себя, как я уже говорил, на каком-нибудь дальнем расстоянии, на котором нас никто видеть не будет, ну а мы выцеливать сможем. Вообще, Scorpion G, как я уже говорил, не просто машинка не для всех. Это, наверное, машинка больше для каких-нибудь избранных, которые умеют справляться с картонностью машин. Вот в предыдущей катке я, безусловно, загоревшись, немножко тупанул. Мне надо было объехать по левой стороне. Возможно, смог бы проскочить, возможно, смог бы заехать к товарищам с тыла и оттуда попытаться пораскидывать. Но как сыгралось, так сыгралось. Я ничего не прячу, ничего не вырезаю, ни от кого ничего не скрываю. Вот как получается, так получается. Я тоже периодически туплю в игре и думаю, что порой и вы делаете то же самое. Так, вот я успел уже засветиться, и сразу появляется опять вот это дурацкое чувство бешеного стрёма, когда тебе прям никуда не хочется ехать, понимая, что сейчас тебе будет безумно больно, как только ты покажешься где-нибудь из-за какого-нибудь холма или укрытия, за которым умудрился успеть спрятаться. Углы склонения, нифига их нет, вот сейчас поднимусь и все, до свидания. То есть даже на вот такой вот неровности ничего вы на этой ПТ-шке сделать толкового не сможете. Бестолковое, пожалуйста, завсегда. А толкового, к сожалению, не выйдет. По точности, обожаю Скорпиона. Здесь вопросов нет. Вы действительно можете очень красиво, точно выцеливать чуть ли не в пиксель товарищей. Именно поэтому я и говорю, что отыгрывать на данной машине на дальнем расстоянии крайне комфортно. И, наверное, для дальних расстояний данная машина и была создана. Вот единственная проблема заключается в скорости полета снаряда, потому что, к сожалению, не совсем быстро снаряд летит, не так, как хотелось бы, прямо скажем. Поэтому надо, ну, как бы, немножко иметь привычку, сноровку и кидать с существенным зазором на продвижение соперника в вашем прицеле вперед. Так, ну что, попытаемся подкатиться чуть ближе. Блин, не получается, не получается, к сожалению. Ну, вот как есть, так есть. Время перезарядки, блин, чуть-чуть бы быстрее, было бы куда комфортнее, но, как видите, даже на вот таком, я бы сказал, дальнем расстоянии, это все-таки не среднее расстояние, а именно дальнее, снаряд прилетает практически в ту точку, в которую вы выцеливаете своим целеуказателем. Ну и вот получается, видите, 286 единиц, как с куста, практически все сняли и забрали меня опять в ангар. Короче говоря, ребят, машина своей живучестью, ну, просто выбешивает. Это вот то, что я могу сказать откровенно про данный аппарат. И по результатам данных каток возвращаемся к теме ценника на данную машину. Scorpion G, по моему скромному мнению, явно не для средних игроков. Явно не для тех ребят, которые допускают ошибки в боях. Ну и уж точно эта машина не предназначена для игры, ну прям на любой карте. Возвращаясь к результативности по бою, здесь уже 1400 единиц урона. И то, что я вам говорил, этот ДПМ можно реализовывать, который заявленный в 2800, ребят, но только на дальних расстояниях, так, чтобы, не дай бог, вы не засветились. Ну а как только вы засветились, вы начинаете креститься, молиться, ну и начинать боженьку целовать, которого носите у себя на цепочке на шее. Короче говоря, ребят, что касается результативности по команде, второе место в команде по урону, но это только лишь потому, что все остальные ребята отыграли существенно хуже, а не у меня получилось отыграть нормально. И скажу откровенно, вот такие катки на Scorpion G у меня практически постоянно. Да, встречаются иногда бои, в которых я действительно искренне получаю удовольствие от процесса, потому что накосил нормальное количество урона, потому что смог кого-то добрать, потому что поиграл в снайпера, а машинка это позволяет, если, как я уже сказал, привыкнуть к скорости полета снаряда на дальних расстояниях. Но эти катки встречаются крайне редко, поэтому потолковая цена на данную машину это 8000, и то прям вот совсем, если вам взять нечего, а очень сильно хочется чего-нибудь новенького. А вообще и того цена должна быть ниже, поэтому 11000 конского ценника.
за которые люди брали эту машину, я считаю, что просто безумно, ну, как бы необдуманная трата вашей кровной голды. Хотя, возможно, у них этой голды просто попкой жуй, поэтому могут ею разбрасываться. Ну, а если вы к ним не относитесь, то, соответственно, очень хорошо взвешивайте свое решение по поводу покупки Скорпиона G и по поводу ценника, за который вы готовы взять, с учетом того, что вы сейчас увидели. Ну а если есть чем поделиться, обязательно пишите в комментариях. На данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего вам мира, ну и обязательно спокойствия. Пока-пока.